Колпашевцы и тагурчане в ноябре получат единую квитанцию за некоторые виды коммунальных услуг. С текущего месяца платежный документ на оплату электроснабжения, водоснабжения и водоотведения жителям города и села будет высылать единый информационно-расчетный центр Томской области. Единая квитанция объединит оплату услуг таких поставщиков, как Томскэнергосбыт, Колпашевский водоканал, а также по ряду домов услуги управляющей компании «Капитал». Обновленный платежный документ получат более 14 тысяч жителей Колпашева и Тогура. Между единым информационным расчетным центром Томской области и Колпашевским водоканалом разработан и подписан регламент взаимодействия и работы с клиентом. С чем это связано? То есть на сегодняшний день специалисты очередного обслуживания Томскэнергосбыта будут принимать заявления и обращения по вопросам начисления платы именно за холодную воду и водоотведение. Принимать заявления на перерасчеты, заявления на пломбировку приборов учета, принимать показания, а также вносить изменения о собственниках жилых помещений в случае смены собственника либо количества проживающих. То есть на сегодняшний день клиент в режиме одного окна может получить полный спектр услуг, как я уже повторюсь, ранее говорил, передать показания, оплатить за электроэнергию, за воду и другие услуги, которые включены у нас в единый платежный документ от ИИРС Томской области. В свою очередь, руководство Колпашевского водоканала отмечает, что офис по обслуживанию клиентов организации продолжает свою работу. При желании абоненты могут оплатить услуги водоснабжения и водоотведения непосредственно в Колпашевском водоканале в селе Тогур по адресу улица Ленина, 1. Нововведение же позволит расширить перечень пунктов оплаты услуг водоснабжения и водоотведения. Есть ряд вопросов от некоторых граждан, что мы, допустим, заплатим в энергосбыте, наши платежи потеряются. Нет, такого не будет. У населения в любом случае остается квитанция на руках. Эти деньги никуда не потеряются. Они перейдут на счет, и все это будет отмечено в базе. За октябрь месяц уже все население Колпашева и Тогура получат квитанции за водоснабжение, водоотведение. Первоначальный этап у нас был МГСС прошел, потом Матьянга, Пески, сейчас все остальные. Плательщики коммунальных услуг могут оплачивать квитанции и передавать показания онлайн через личный кабинет клиента или мобильное приложение «Мой Томскэнергосбыт». При оплате в этих сервисах комиссия не взимается. Это касается оплаты электроэнергии, услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, а также передачи данных счетчиков за свет и воду. Кроме того, передать показания можно чат-бот Томскэнергосбыта в Телеграм в круглосуточном режиме через контакт-центр в Томске по телефону 8-38-22-75-00-75 с 20 по 25 число месяца, а также через отделение Почты России и Сбербанка и очно в центрах обслуживания клиентов Томскэнергосбыта в Колпашеве по адресу улица Ленина, 45 и в Тогуре на улице Ленина, 10. Добавлю, единый информационно-расчетный центр Томской области образован в 2019 году. Общество с ограниченной ответственностью является дочерним предприятием Томскэнергосбыта. Учредители компании, администрация Томской области в лице департамента ЖКХ и Государственного жилищного надзора региона и АО «Томскэнергосбыт». В настоящее время единый информационно-расчетный центр работает с поставщиками услуг во всех районах и городах Томской области. На обслуживание центра находится более 1 миллиона лицевых счетов потребителей, формируется и печатается почти 420 тысяч единых платежных документов.